Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Cartoon Defense. Так, первая миссия. Да, игрушка, конечно, не на русском языке, но я думаю, ничего страшного в этом нету. Ё-моё, что тут понаписали-то? Разберемся, думаю, и так. Окей. Ага. Мы можем с тобой использовать заклинания, а также можем целиться, да? Понял. Ну все, 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 хорош болтать. О, идут шитики. А вот это можно применять? Йоу, нифига себе, секирочка какая прилетела. Что-то она мне до боли напоминает, эта игра, если честно. Тихо, тихо, тихо. Блин, у меня какие-нибудь заклинания-то есть? А вот это что такое? Не знаю, ребята, но сработало. Меч какой-то. Что он нам дает? Защиту? Какая там защита? Так, ваша башня будет сейчас уничтожена, если вы что-то там не сделаете. А что я могу сделать? Просто раздавили их всех. Но мы горим, у нас мало хп. Так, я могу... я могу сам управлять, ё-моё. Вот оно что. Надо самому кликать. Понятно. Так, давай-давай, эй, не подходите. Вот мелкие ушлепки, а. Да сколько вас тут, а? Давай, давай, давай. Может, поджечь их? Нормуль. Так, атакуем. У меня башня горит, ты понимаешь? Она сейчас может в любую секунду сломаться. И это будет плохо. Добили, да? Мы свой дальше двигаемся. Че, победа, что ли? Ну, это хорошо. Это очень быстро и легко было. Так, это моя база. И что я могу здесь сделать? Тут какие-то бега проходят. Этот почему-то думает о рыбке. С удочкой, да, стоит. Это наша, как бы, тележка. И что я могу сделать? Ну, давай посмотрим. Так. Магазин. Сеттинг. Мир и апгрейд. Я могу что-нибудь себе апгрейдить? Так, башня, герои, оружие. Так. Мультишот. А как мне, например, его открыть? Вот объясни мне. Ну, давай, например, вот так сделаем. Апгрейд. Ага. 60 монет требует, да? Для следующего апгрейда у нас 114. Ну, ладно, давай вот здесь улучшим. И вот здесь. Так, а тут 40 монет. Уже не хватает. Ладно, предположим, мы немножко себе апгрейд сделали. Дальше отправляться на карту? Что ты мне объясняешь? Опа, чувак стал рыбачить. Я его заставил просто-напросто. Мисс. Промахнулись, да, типа? А как? А, ну-ка давай посмотрим, если поплывок. Опа, поймали рыбку. А, 3 голды. Понимаешь, да? То есть мы с тобой вот таким образом можем зарабатывать монетки. Ну, правда, всего лишь по 3 монеточки за один улов. Не так уж много. Но я надеюсь, удочку можно будет как-то улучшить ему, да? Так, 1 монетка вообще. А вот как мне восстановить здоровье моей вот этой башни? Вот объясни мне, пожалуйста. Ага. Так, продать. Зачем мне продавать? Мне нужно экипировать. Или апгрейдить 2 уровня. А, это у нас здоровье нашей башни. У нее становится 148. Надеюсь, я правильно понял? Так, а это что у нас? Какая-то пушка непонятная. Что это такое, а? Вот плохо, что она на английском языке. Очень плохо. Ладно, попробуем с тобой еще один поединочек. Окей. Надеюсь, у нас здесь получится. Блин, а здоровье-то у нас сколько было, столько и осталось. Так, ну мы можем, смотри-ка, замораживать уже врагов. Так, это что за лучники идут? Эй! Ну-ка, блин, ну-ка давай вот так сделаем, а? Не нравится, да? Ух ты, а это кто такие? Какие-то странные чудики на нас тут нападают. Но я все равно их буду бомбить. Так, поджигаем. Чувака в плен взяли, вон он там сзади в клетке сидит. Давай, давай, продолжаем бомбить.
Есть, раздавили. Вторая волна у нас. Я, видимо, могу как-то прокачивать потом эти пушки, да, с которых я стреляю. А что это вот такое? Оу. Фига, чувак. На таране полетел. Так, еще одного в плен забираем. Этого мы заморозили. Это как-то все автоматически получается, да? Видишь, они станятся периодически. Так, вот лучников надо сразу уничтожать, потому что они будут наверняка из луков стрелять. С более дальней дистанции. Вау, смотри, они какие-то огненные фаерболы в нас бросают. А каким образом мне отхилить базу? Вот объясни, пожалуйста, а? Давай сожгем тут. Во, прокатились. Продолжаем бомбить. Какие-то странные существа на нас тут нападают. Ну, эти лучники, это понятно. Это типа какие-то ниндзи. Ага. Выжил, гаденыш. Так, это у нас последняя волна получается, да? Третья. По-моему, да. Ну, не-не-не-не-не, не подпускаем. Давай вот это вызовем. Отлично, он нам помог очень хорошо. Так, ну что? Причем это пятая часть, ребята, этой игры. То есть я не играл ни в первую, ни в вторую, ни третью, ни четвертую. Сразу начал с пятой. Так, и мы с тобой прошли. Ну, ты сам понимаешь, да? Что вначале все легко и просто. Опа-на, мы с тобой что-то заработали. А что это такое, я не знаю. Но написано, что мы можем с тобой апгрейдить. Так, это по... Ага. Ну смотри, здесь намного лучше. Здесь всего лишь 10 хп, да? И мощности 2. А здесь уже 40 хп и мощности 5,4. Так, я могу это как-то одеть. Вот, экипировал. И могу еще даже, наверное, апгрейдить. У нас 211 монет. Это стоит 50 монет. Улучшим. Ух ты. Вау. Знать бы, что это такое. И тут у нас... А нет, тут все хорошо. Тут все отлично. Двигатель, кстати, у нас. И сам корпус, который я могу тоже апгрейдить. Тут еще, видишь, манна есть, помимо здоровья. И перезарядка. Ладно, я думаю, что пока этого... А, вот, починка. Все, полностью починил, по ходу дела, свою эту базу. Повторить. Так, выйти на базу, на нашу главную, да? А что вот это вот за бега такие? А, ставки делать можно здесь. Победа 80 голды даст. Ну давай, предположим. Так, вот за этого я, да, болею? Да, друзья мои, 80 голды я получил. Так, 19 минут откат идет. А вот это кто такие? Что они тут? Тут тоже достижение получается. Ладушки. Все, больше ничего не могу сделать. Погнали тогда на следующую миссию. Ох ты, какие-то цыплята, что ли, бегут на меня? Ты серьезно? Цыплятушки, а? На секиру. Не добили. Так, поджарим. Слушай, наверное, надо было оружие прокачивать, потому что, ну, дамага, ты видишь, не хватает. Они подбираются ко мне. Эй, сейчас нам, по-моему, тут достанется с тобой. Очень много врагов, очень много. Так, заморозка тут какая-то срабатывает у нас автоматически. Да что же это за цыплята такие, а? Вредные, зловредные. Прям нет слов. Я так вот раздавили. Зря заклинание применял только, да, получается? Бомбим, бомбим, бомбим. Надо будет действительно прокачать пушку. Может быть, даже можно как-то самого лучника прокачать. Видишь, у нас с тобой две пушки стреляет. Вот это и сам лучник. Так, что это такое? Что это мы подняли? Меч. А что дает нам меч? А, крит атаку. Смотри, мы с тобой бомбим по 75 обычно, да? А с помощью... О, еще один пленный. Забрали. Что нам дают пленные, пока я тоже не могу понять. Раздавили. Так, а тут у нас нифига 4 волны. Тут у нас будет 4 волны. Ну-ка давай вот так вот. Хопа. Если будет совсем тяжко, я вызову чувака на бревне, который будет у нас лететь. О, спасибо. Давай поднимем. Тут у нас, видимо, починка. С
скорее всего, да, так оно есть. Ну, давай, давай, давай. В принципе, ничего сложного как бы и нету, но за счет того, что мы с вами наносим мало атаки, они все ближе и ближе ко мне подходят. Ну-ка, давай еще разок. Упс. Не всех, конечно, уничтожаем. Но, тем не менее. Так. Это у нас получается предпоследняя, да, волна? Сейчас я с ними разберусь. В общем, суть, как во многих играх, да? Мы с вами уничтожаем врагов, зарабатываем голду. За счет этой голды мы прокачиваем с тобой нашу вот эту тележку. Ну и, соответственно, еще больше врагов уничтожаем и еще круче прокачиваемся. Тихо, тихо, начинает тут мне буянить. Да хор... Ой-ой-ой, сколько вас тут много подобралось-то. Ну... Пух, а что это они так все сгорели в одну секунду? Что я такое сделал? Раздавили, вот что я сделал. А вот теперь последняя волна. У нас, кстати, с собой вот здесь вот еще манна внизу копится. Не знаю, правда, для чего она нужна. Видимо, для наших скиллов. Для применения их. Блин, они очень быстро двигаются. Нате вам огонечку. Так, пока идут одни цыплята. Ну, вслед за ними вон и лучики уже подтягиваются. Лучики, ну да, я так и думал, что они будут именно издалека бомбить. Мы их отравляем. Ты заметил, да? Вон отравление на них висит. Так, одного пленного мы выбили. Естественно, забираем его с собой. Твою же налево, что ж происходит здесь, а? Нам нужно будет по-любому с тобой лечить вот эту башню. Да ё-моё, ну... Расстреливай. Фух. Сложно. Сложно отбиваться, конечно, когда их тем более такая орда бежит на тебя. Апгрейд. Что-то я могу улучшить. Так, а это наша основная пушка, да? У нее... Погоди-ка. Вот этот-то получается всяко лучше. Смотри. 10 здоровья. Плюс атака покруче будет. Поэтому... Поэтому я, наверное... Погоди-ка. Ну да, намного лучше. Так что, я думаю, надо будет экипировать и апгрейдить. Сколько мы с тобой получаем? 6,2. Так, у меня еще хватит, да? Посмотрим, друзья мои. Как у нас вот эта пушка сейчас будет бомбить. Я надеюсь, хорошо. А вот это что такое? Это у нас... Какая это деталь? Вот это корпус. Это пушка, вот она. Это у нас шасси, что ли, я так понимаю? Или вот это шасси? А вот это что тогда? Даже никаких этих у меня нету предположений. Так, ну что? Мне нужно выйти на базу. А почему я не могу, например, сразу начать бой? Прямо оттуда, а? Поехали. Хочу посмотреть. И у нас, кстати, здесь будет еще и босс, судя по всему. Интересно посмотреть, что там у нас будет за босс. А сейчас мы с тобой будем тестить. Мы разве лучше стали с тобой наносить урон? По-моему, меньше, да? У нас было по 75. Эй, еще какие-то осы, блин, появляются уже здесь. Да хоро... Блин. Блин, а по ним тяжело попадать, потому что они... Смотри, как они летают, а? Так. Забрали пленного. Ну-ка, давай вот так вот выпустим с тобой. Ага, летающим по барабану, да? На мое бревно, на это... Наездник на бревне. И тут, кстати, у нас сколько? 4 опять волны будет. Я могу как-то против летающих что-нибудь найти себе? А? Какую-нибудь пушку или нет? Или вот все оружие, что у меня есть? Как говорится, то оно и есть. Так, ладно. Пока об этом думать рано. Ух ты, ты видел, что когда они в ближний бой подходят ко мне, да? У нас есть с тобой огнемет. То есть он поджаривает ближайших врагов. Да сгорите вы уже, господи. Так, секиру. На-ка. Ну да, за это я трачу свою манну. То есть делай выводы. Чем круче мы прокачаны, тем лучше у нас и больше манны, тем круче у нас урон. Блин, по-моему, мы стали бомбить намного слабее, чем было. Намного слабее. Раздавили. Так, это что, только лишь вторая волна? Серьезно, что ли? Я тут, понимаешь, бомблю, бомблю, и только лишь вторая волна.
А деньги мы получаем за каждого убитого противника или за что? Я вот этого не могу понять. Вижу, что деньги копятся потихоньку. Наверху он там, верхний правый угол. Но за счет чего, пока непонятно мне. Давайте подожгем их тут всех. Так, оттолкнули, заморозили пленного, забираем. Пленные пока тоже непонятно, что делают. Может быть, нам деньги возвращают какой-то ущерб, я не знаю. А игра, как говорится, не на русском, поэтому я просто предполагаю. Мухи, вы достали. Причем лучник сам по себе стреляет. Я управляю только вот этой пушкой, вот, которой стреляю. Ну, опять их тут целая орда, блин, накопилась. Давай секиру пульнем. Секира бомбит только посередине. Я думал, что она уничтожает всех на экране, но не тут-то было. Игра, конечно, старенькая, если честно. Я посмотрел, она 2015 года. Вот так вот. Такие вот, ребята, раритеты мы с вами играем. Ну, я на пробу, как говорится, взял. Посмотреть, да и вам показать. Ну, так, разбомбили. Пока все довольно легко и просто. Очень долго у нас с тобой копится, конечно, манна. И это меня напрягает. Но больше вот эти вот летуны раздражают. Фиг по ним попадешь. Нет такого концентрированного огня. Окей, окей. Давай так сделаем. Так, это что? Вот это я не знаю, ребята. Это, по-моему, откат наших скиллов. Давай, 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 родные мои. Нам бы какие-нибудь снаряды с тобой разрывные, да, чтобы мы попадали, например, в одного противника, и все, кто рядом, тоже погибали. Вот это было бы идеально. 180 монет у меня уже. Все? Да, это был последний противник, судя по всему, или нет? Да. Последний. Так, я выиграл. Бонус еще 130 монет ко мне идет в копилочку. Так, что нам тут? Видишь, тут еще... тут еще герой отдельно прокачивается. А почему у меня вот это закрыто? Объясни-ка мне. Смотри, что нужно делать? Так, прокачать огненную пушку до 2 уровня. То есть вот эту надо прокачать, да? Что-то не то. Вот у нас отравление, вот у нас заморозка. Кстати, это все почему-то рандомно выходит. А вот магия. Так, а это что такое? Ух ты. Вот этот чудик у нас, который, да, на бревне. А что нужно? Немножко не могу понять, что-то нам надо. 40 вот таких кристаллов. Героя. Героя тоже можно прокачивать. У него лук. Только лишь один. Видимо, тут будет... Хотя, наверное, герой будет один всего лишь. Так, повар. Наверное, прокачаем, да? Так, вот сделаем с тобой. Ладно, по оружию. Это у нас то ли силы атаки, то ли что. Так, а вот гарпунчик у нас. Ну, давай улучшим. Все, деньги у нас закончились. Быстро как-то у нас очень заканчиваются с тобой деньги. Практически моментально. Ну, ага, тут еще, видимо, что-то будет наверху. Что это такое? А, можно строить еще, оказывается. Ну, давай, например. Ага, 140 голды нужно, а я не знал. Короче, копим с тобой. Копим голду и попробуем построить здание. Здесь будет раз, два, три, четыре, пять зданий каких-то стоять. Каждая будет за что-то отвечать. Ну-ка, давай посмотрим. Ой, дракончики уже какие-то, прикинь. Уже дракончики. Интересно, мой лучник лучше стал бомбить или нет? Вот как ты думаешь? Пленный выпал. Забрали. А может быть, это не пленный, может быть, это мы спасаем кого-то. Так. И вот это, видишь, постоянно релод. Релод чего именно там происходит? Нате. Да чтоб тебя, а. Так, давай-ка выпустим этого чудика. Он, кстати, очень хорош, да? Но по земле против воздушных он ничего практически не делает.
только именно наземным целям. Так, проехали. Блин, я забыл, знаешь что, починить. Я забыл починить свою вот эту вот башню. И это плохо. Это нам может с тобой аукнуться. Гаденыш, ты посмотри, а. Блин, а это только лишь вторая волна. А их тут будет еще дофига. И постоянно приходится кликать. У меня уже палец отсох, если честно. Кликать. Если бы ты понимаешь, что тут было бы как нажал просто на кнопку, и он автоматически бомбит. Но ничего подобного. Здесь именно нужно кликать. Типа полукликер. Ой-ой-ой-ой, как все плохо. Это кто такой, ребят? Кто это вылетел? Что-то вылетел. Мы его опять вроде как подобрали. Давай вот так вот. Зачем я? Ай-яй-яй, потратил. Вот, смотри, видишь, он что-то на воздушном шаре тут вылетел. Мы его все-таки забрали к себе. И тут разные виды заклинаний. То есть можно замораживать, можно оглушать, а можно травить. То есть они будут отравлены. И это все отдельно качается. Так, ну-ка дай-ка потом. Бесполезно. Да, этот чудик, да, действительно только лишь наземные цели может бомбить. То ли мы спасаем, то ли мы наоборот берем в плен. Тоже с этим пока не разобрался. Ну! Есть. Прошли, нет? А, еще одна битва. Опа, вышли чудики. Знать бы, что прокачивать и как правильно прокачивать, вот тогда бы мы повеселились бы с тобой. А пока я в данный момент просто наугад, рандомно тут все делаю. Как говорится, на что хватает денег, то и прокачиваю себе. Надеюсь, эта башня у нас будет с тобой со временем улучшаться. Потому что, ну, враг, ты сам посмотри, он сильнее и сильнее. Я боюсь даже представить, какой тут будет последний босс. Ну, не последний, а который будет нас поджидать впереди. Какой-нибудь лютый чудик. Блин, сейчас мне, по-моему, заколбасят мою базу. Может быть, как-то так сделать. Отбиваемся, отбиваемся. Все. Фух. Ну, ты посмотри, сколько здоровья осталось. Очень мало. Я получил новое достижение. Нечастое. 2000 опыта. Ух ты, я, по-моему, там что-то получил, слышишь? Ну-ка, дай-ка гляну. О, смотри-ка, какая-то другая совсем пушка. И она очень крутая. Так, экипируем ее. Экипируем и... разочек прокачну. Нам нужно с тобой еще, не забывая, монетки для того, чтобы построить здание. А что оно будет делать, я пока не знаю. Давай вернемся в свою деревню и посмотрим. Построить. А, не все так просто. Еще нужно подождать 59 минут. Ясно. Так, а можно мне в данный момент... как тебе сказать... подлечить свою базенку. Где у нас тут? Как ее лечить-то? Я уже забыл. Сюда, по-моему, кликать надо, да? Repair. Все, здесь починил. То есть ты хочешь сказать, что у меня... Нет. Я думал, что по отдельности нужно все это еще лечить. Нет, все нормально, ребят, показалось. А почему я эту штуку не надела, а? Нет, она одета. Апгрейдить только не могу. Так, оружие. Ну-ка, давай улучшим. Здесь я улучшал. А вот это вот оглушение, ребят, когда звездочки над головой, они, видишь, стан рейд. Улучшим тоже с тобой. Ну и заклинания, как ты видишь, тоже мы можем с тобой апать. Но опять же, смотри, где-то нужно вот такие ресурсы брать. Где они пока находятся, я не знаю. Периодически выбиваем, но не то, что нужно. Через 3 минуты мы сможем с тобой сделать еще один повторный забег. Что у нас тут в магазине моргает, в конце концов? Видишь, вот эти штуки? Можно покупать. И сколько они стоят? А, за реальные деньги? Вы серьезно? Ух ты. Вау. Нифига тут. Премиальный герой стоит 10 вот таких вот кристаллов. А эти кристаллы вообще копятся? Да, они со временем должны у нас как-то появляться. Вот они, ресурсы. То есть, чем дальше мы с тобой будем идти, да, тем, наверное, круче будут ресурсы, и мы с тобой будем все это приобретать со временем.
Так, у нас с тобой 78 монет. Я, наверное, могу что-нибудь еще улучшить себе. Немножечко, совсем капельку. Так, сколько здесь? 40, да? Ну, давай улучшим до второго уровня. Так, я пушку эту новую поставил. Вот она стоит. Она 2 звезды имеет, это классно. Тут у нас тоже все стоит. У нас очень слабенький двигатель. Нам нужно где-то новый с тобой получить. И вот тут вот что-то пишут. Ага, улучшает здоровье, ману, оружие и дамаг. Понял. Ну что, можно, конечно, порыбачить, но по 3 монетки это очень долго будет. Поехали. Кстати, тут уже скоро босс будет. Я не знаю, справимся мы вообще с ним или нет. Поехали. Наша лучница готова. Ох, ничего себе, смотри, как я начинаю стрелять. Слушай, ну намного... А что, все что ли? Только первые там пару секунд? А, вот у нас, видишь, с тобой релод, когда происходит. Мы вот выпускаем с тобой сразу огромную, так сказать, струю этих стрел. Дыдыщ. Блин, враг такой сильный. Да, но они хотя бы по земле ходят, поэтому можно их тут спокойненько разбирать. Какие-то коварные ниндзя идут, смотри. Так, мы их... И еще и мухи сюда, до кучи. Ну, конечно, ну как же без этих мух-то быть? Мухи это перво-наперво, что могут появиться. Так, эти, я не успел ее взять, блин. Зашибись. Просто починку с вами продинамили. Как тебе такой расклад? Слушай, нам нужно как-то с тобой сделать, чтобы вот эта вот релоуд, перезарядка, происходила в разы быстрее. Согласись. И я так понимаю, что вот эти вот заклинания тоже можно будет менять. То есть в данный момент у меня только есть поджог, да, чувак на бревне. И вот эта секира. Секира мне здесь что-то не особо нравится. Я бы ее с удовольствием бы поменял. Да хорош ты. Летишь. Давай. Отбились. Нормуль. Так, раздавили чуваков. Что-то я не могу понять. Уже фиг знает, сколько я тут бомблю. Еще до сих пор не могу пройти. Горите. Так, самураи с мечами идут тут, а? Наперевес. Интересно, а что вот эта вот зеленая полосочка внизу? Ну, красное это здоровье, синее это заклинание, да? Манна. А зеленое что значит? Мне пока тоже не ясно. Нет, только еще мух тут не хватало. Ну... Вот и думай, кого тут бомбить в первую очередь. Либо этих ниндз, либо этих мух. Приходится выбирать. На-ка. А им по барабану, по-моему, было. Так, половину хп отняли все-таки у нашей базы. Ты видишь, да? Ну, мы прошли, по-моему, этот уровень. Фух, с горем пополам. Бонус нам еще дают 150 монет. Пошли-ка быстренько с тобой на улучшалку какую-нибудь сходим. Герои, оружие. Вот здесь вот почему-то закрыто. Закрыто. Что-то написано было. ДПС. Ну и понятно, что ДПС. Так, а здесь вот, например, для прокачки 10 нужно вот этих вот камней. Ага. Это будет вторая фаза прокачки у нас. А этого кристаллы. Все, я понял. Так, ну что, я, наверное, думаю, надо прокачать там эту пушку. Апгрейд. Сколько следующий стоит? 70. И 1 гем нужен будет. Это для следующей прокачки. То есть, понимаешь, да? А гемы эти я почему-то еще пока нигде не находил. Здесь я... Здесь вот написано эквип, но оно же одето у меня. Так, ага, улучшаем. А что у нас по хп? У нас, по-моему, очень мало. Да, здоровье? Да, половина. Нам нужно починить. Ну, на что хватило. Так, у нас доступно 5 бега. Давай посмотрим здесь, кто у нас фаворит. 55% на победу. Давай, ставим на него. Вот он, да? На дракончике, который бежит.
Эть, не надо. По-моему, да, ребят, мы с вами сфейлились. Я и денег не получил. Блин, 80% было, а? Ну что ты, рыбачок, грустишь? Ну давай, сколько там? О, 4. Может, ты прокачиваешься со временем, а? И у тебя улучшается улов? Ух ты, смотри-ка, ресурс получили мы с тобой. Оказывается, здесь можно не только рыбу выловить, а можно и ресурсы тягать. Это уже интересно. Вот, скорее всего, здесь у нас, как говорится, и будет с тобой попытка заработать ресурсы нам нужные. Давай, давай, давай. Попробуем еще, наверное, разика 3 с тобой что-нибудь вытянуть хорошее. Да ладно, ты так и будешь меня только рыбами этими кормить. Давай вот, например, гем вытяни. Сможешь достать? Нет, не может он мне достать ни одного кристалла, к сожалению. Да, только лишь пока рыбки идут. А я могу, например? Нет, не могу. Пока это здание не построится, я здесь не могу ничего больше построить. Немножко грустно. Ну что, тогда нам остается только лишь идти. Осталось тут совсем маленечко, и будет первый босс. Так, что здесь у нас такое? Автоматически, что я могу сделать автоматически, а? Оу, смотри. Ну вот, друзья мои, наконец-то я дожил до автоматического боя. То есть я могу теперь просто помогать. Блин, что-то он как-то не очень быстро бомбит. Не очень быстро, я, по-моему, в разы быстрее. Или мне кажется так. Пока не могу понять. Блин, пока тут поймешь, меня тут разнесут к ядрень фени. Так, секиру, ну-ка. Пидич. Замечательно. А что вот это такое? Дай-ка я все-таки, наверное, гляну. Ага, друзья мои, вот это полностью починка нашего, нашей вот этой вот базенки. То есть ты кликаешь, да, и у тебя починка идет. Слушай, ну в принципе, автобитва, ну, неплохо идет. Видишь, тут еще дамаг идет, минус 30%, тут непонятно для кого. Видишь, там у них перезарядка идет тоже какая-то. С их стороны. Да хорош тут уже бомбить, не базу-то. Вот уж шлепки, а. Слушай, а мы еще, кстати, с тобой восстанавливаем здоровье, когда вот у нас есть плюсики здесь идут, зелененькие, там, плюс 4, плюс 6. Это значит, что мы с тобой восстанавливаем ХП нашей базе. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Раздавили. Тут нужно еще какое-то время переждать, да, чтобы мы продвинулись с тобой дальше. То есть это не бесконечно все длится. Ладушки. Так, уничтожили. И очень медленно копится манна. И вот все-таки мне непонятно, что вот этот чудик здесь сзади делает, вот в этой клетке. И заклинание наносит что-то не очень много урона. Че это, мы только с собой на второй волне? Еще две впереди? Слушай, ну это плохо. А я могу помогать? Ну, если я сам буду кликать. Нет, по-моему, не получается, ребят. Надо самому кликать, так будет как-то поэффективнее, мне кажется. Давай, давай, давай. Там еще одного подбили. Спасли его. Еще один вылетел. Давай, 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 отбиваемся. Так, у нас заклинание с тобой готово. Можем поджечь землю. Вот здесь вот. Опа. Неплохо. Очень мало манны. Что-то мне это совсем не нравится. Ой, не нравится мне это все. У нас с тобой, конечно, есть еще одна починка. Две починки есть. Давай, 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 до последнего. Да ты будешь бомбить-то, пушка, ну. Фух, успел, да? Это последняя волна. Не, ребят, я так долго не протяну. С такими темпами. Ну ты посмотри, что происходит. Может быть, конечно, нужно прокачивать героя. Нашего главного, вон того, вон, лучника. Надо будет все попробовать. Но, опять же, не хватает монет.
Ты же сам видел прекрасно. Я бы с радостью бы все здесь прокачивал, если бы у меня хватало на это все финансов. О, спасибо. Так, получили еще одно заклинание с тобой. Хотелось бы получать новые детали, какие-нибудь эпические, которые потом можно было бы прокачивать, и все было бы у тебя хорошо. Так, выпускаем чувака. Пускай он там их давит. Кажись, последняя орда. Фух. Фу, напряженно. Я серьезно говорю, напряженно, что нет сил. Так, next retry upgrade. Ну а что тут апгрейдить нам лучше всего? А, это крит у нас улучшается. Это мощность. Вот, надо что прокачивать, если хочешь, чтобы у тебя были мощные атаки. А это у нас что? Перезарядка. Тоже, кстати, очень полезная штука. Это какой-то пирсинг рейт. Я не знаю, что такое. Это стан рейт. А, это стрелы, ё-моё. Ну да, это лучник же у нас бомбит. Вот огненные стрелы, ледяные. Так, ветреные. И хаос стрелы. Все, очень хорошо. Вот магия. Магия, мы с тобой знаем. Так, нужно базовую прокачать до 5 уровня. А у нас только лишь 1 уровня. 100 монет нужно, да? Для прокачки. Вот оно как все идет. Потихоньку-потихоньку начинаешь шарить. Но проблема в том, что у меня... Я могу применить? Я не могу, да, сейчас здесь починить. Только лишь вот так вот. Ну, более чем достаточно. Поехали. Следующий бой. Еще 2 боя впереди, и будет уже босс. Ну, господи ты, боже мой. Что-то я не справляюсь. Ну-ка, автобой. А что нас дает вот этот меч, ты помнишь? По-моему, крит-атаку он дает нам, да? Всех тут разбомбили. Да, смуха. О, ты посмотри, сколько волн здесь. Ё-моё, вы чё? Вы это серьезно? Ты посмотри, сколько волн. Они совсем что ли чеканулись? Да я не пройду здесь ни за что. Хотя мы очень быстро здесь продвигаемся. Фиг его знает, давай посмотрим. Так, нам бы, конечно, надо было прокачать... То заклинание, которое нам делает отхил. Вот, видишь, плюс 5. Давай. Пробиваемся, раздавили. Блин, нам нужна починка. По идее. Оу, а она чинит-то не все. Ребята, она чинит определенное количество здоровья. Вот так вот. И мне кажется, что мы здесь с тобой сейчас сфейлимся. Этот уровень я вряд ли смогу пройти. Так, дай-ка я сам тут побомблю, постреляю. Блин, из меня такой стрелок еще, блин. Фиг попадешь. Ну, давай, этих лучников жарим. Ой, ребят, по-моему, меня сейчас тут распишут. Расстреляют просто-напросто. Хотя осталось совсем чуть-чуть пройти. Совсем капельку. Буквально 3 волны. И непонятно, с какой периодичностью срабатывают вот эти вот заклинания. Да, вот типа заморозки. Все, меня подбили, друзья мои. Лузы, ну понятно, естественно. Кто бы в этом сомневался. Так, давай-ка я вернусь в замок. Сколько у нас? 132 монетки. Чинить в любом случае нужно. Все, фул починка. У нас с тобой 100 монет остается. Так, здесь нужно подождать 10 минут. Я хочу... Попробовать, может быть, что-нибудь вытянем с тобой вкусненького, полезного. Только лишь рыбка. Ну, хотя бы 3 штучки. Мисс, ну, понятно, я промахнулся. Слишком рванул. Раненько нажал. И? Эть. Может быть, как-то зависит, на какой именно стадии нужно вытягивать. Когда поплавок утонул полностью или когда чуть-чуть. 4 рыбки. Окей. А здесь 2. Блин, мало.
Можно было бы как-то это озеро улучшить. Я хочу просто еще посмотреть, что вот здесь вот все-таки у нас построится. 42 минуты еще ждать, это, конечно, долго. Но. Ага. Вот, смотри-ка. Два камушка мы с собой таких вот нашли. Ну, давай. Опять пошла рыба, а? Тут 9 минут еще ждать, а? Для того, чтобы сделать бега. Ай, началось. Две рыбки. Так, ну что? Сеттинг, фигетинг. Апгрейд. Что можно себе тут еще улучшить? Так, ага, улучшаем. Но это все у нас улучшается именно здоровье. Тут пока можно за деньги, да? 4 уровня. А движок вот что дает? Это корпус. Так, могу только вот это улучшить. Все, ребят. Ну что, попробуем одолеть. Ну, я сомневаюсь, конечно. Сомневаюсь, что у нас получится справиться с тем уровнем. Причем у нас здесь уже починки нету. Ни одной. Я даже боюсь думать о том, что там будет на последнем боссе. На последнем этапе. И вот эти вот заклинания, скорее всего, наносят мало урона, потому что они не прокачанные у нас. Ага, видишь, вот эта зеленая полоска у нас уже начала с тобой уменьшаться. И это что значит? Когда она, например, кончается, мы с тобой уезжаем отсюда или что? Сейчас смотрите внимательно за ней, потому что мне как бы некогда контролировать ее. Да ну отвалите вы все, а! Да, полоска уменьшается, и мы с вами проезжаем. Все, вот оно как работает. То есть это своего рода тайминг. А, давай, давай, давай. Как вас много-то здесь, а? Можно, конечно, улучшить крит-атаку себе, но я думаю, что пока попробуем протерпеть, продержаться. Да сгорите вы. Зря испортил заклинание. У-у-у. Давай, 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 давай. Мухи эти, пчелы, жужукалки летают здесь. Секира. Бабах. Прям туда им в кучу. Как они быстро меня расписывают здесь, а? Ну ты посмотри. Вот крит, это, конечно, замечательно. Когда у тебя есть крит, но если ты, блин, не попадаешь по ним, от этого крита никакого толка вообще нету. Не, друзья мои, ну это нереально. Ммм. Они меня тут очень быстро разбирают. Очень. Практически моментально. Мне тут ничего не поможет. Когда еще вот эти вот мухи тут со всех сторон прут. Ну-ка, автобой. Да, он, в принципе, так же играет, как и я. Может быть, даже где-то похуже. Не-а. Мне не справиться. Офигеть. Да, давненько я такого не встречал. Так, а сколько у нас? 140 монет. 140 монет. Тут только лишь здоровье улучшается. А нам надо не только здоровье, нам нужно, может быть, героя нам надо улучшить с тобой. Так, это крит, манна, да? Ну давай, я улучшу, наверное, его. От него, кстати, тоже здесь немало чего зависит, от героя-то, от нашего. Так, здесь улучшено. Угу. Так, топор, подожди-ка, топор. Это который топор мы бросаем, что ли? А здесь ничего. Это топор. А здесь тоже пока ничего. Хм. Ну, давай попробуем, наверное, сыграть немножко. Ой, какой там сыграть? У нас с тобой база-то вся покромсанная. Дали бы мне хоть что-нибудь бесплатное. Это вообще ничего не дают, понимаешь? 1200. За два вот этих вот брюлика ты можешь получить 1200 монет. Ага. 120 камней, это какие-то, я не знаю, что это за ресурсы. Такие подушки какие-то, пауэрапы. Ага, их тоже можно приобретать, но за голду. Мультишот 7 уровня, представляешь? А тут мультишот 10 уровня. То есть я уже представляю, как он будет бомбить. Кстати, если у нас будет с тобой 20 камней,
мы сможем получить вот такого вот героя нового. Ага. 25 камней, получаем новую башню. 85 вот этих вот подушек или облачков, мы получим с собой вот такую вот базу. Слушай, ну это неплохо, да? Но дело-то в том, что у нас с тобой нет здоровья. Совсем нету. Давай я попробую на автобой поставить. Сколько набьем, столько набьем. Вот тут все равно другого выбора нету. Я могу только помогать вот так вот. Поджигать, например. Бросить секирку вот эту вот. Это максимум. Какая тут от меня будет помощь? Ну, давай, 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 давай. Чикш, раздавили. Атакуем. Ну, да, если вот так вот потихоньку с тобой копить. Видишь, вот эта вот фигня. Он использует какую-то штуку, за счет которой мы с тобой атакуем на 30% слабее. Так, 47 монет уже насобирали. 49, они издалека тут еще бомбят. Так, а я могу вот, например... А, так можно в любом месте куда тыкнуть. А я-то думал, что оно только на земле работает. Нет, ребят, я ошибался. То есть, куда ты огонь направишь, там и будет наноситься урон. 55 монет всего лишь мы с тобой заработали. То есть, не все так просто. Ух. Слушай, можно, конечно, было бы повторить. Да, тут надо повторять. Что такое? Что там написали? Я не понял. Атакуйте, господи. Мне написали, типа, парень, ты не хочешь починить свою базу? А я такой подумал, а чем я ее буду чинить? Мне ее нечем абсолютно. Бамс. У меня монет просто вон нету, 67 всего лишь. Опачка. Да что ж ты будешь делать, там заклинание выпало. Блин, я его не успел подобрать. Есть починка, кстати, у нас уже. А, вот она. То есть она подобралась автоматически. Ну ты понимаешь, что здесь мы с тобой проиграем. И это я целенаправленно делаю, чтобы накопить хоть сколько-то денег. Хоть капельку, да? Все, уничтожили мне базу, чтобы нам с тобой хильнуться. А в итоге лучше бы еще и прокачаться. Так что это у нас здесь? 10 монеток, на что? А, на починку, что ли? Я прокачался, ну, улучшил полностью. По 10 монет, но в принципе это недорого. Верно? Верно. Так, 2 минуты, ребят, давайте еще, наверное, один бойчик с вами сделаем. Автобой. Да, автобой, блин, корявый тоже, ё-моё, блин. Пробомбился куда-то не туда. На. Выпускаем. Этих тоже нужно как-то прокачивать. Они 100% должны наносить побольше урону. Раздавили. Окей. Издалека просто стреляет по мне, а? Этих мы заморозили. Так, по 150 урона нанесли. Давай, 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 давай. Куда ты, куда стрела там полетела? Куда? В небеса, ё-моё. Отлично, здесь тоже прошли. Лучница, ты будешь бомбить куда нужно, а не абы куда. Ну-ка. Тыч. Так, у меня с собой маны не осталось. Есть еще ремонт. А стоит ли нам его тратить здесь, а? Вот в чем вопрос. Ну смотри, уже 120 монет. Наверняка здесь есть какая-то прокачка, чтобы мы получили с тобой больше золота. Вот только бы знать, что нужно прокачивать. И урон-то, в принципе, не такой уж большой. Там по 3 единицы мы получаем, да? Но так как тут целая орда, и этот урон уже чувствуется. Раздавили. Так, давай, 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 давай. 146 монет уже. На что-нибудь дохватит. Может быть, нам базу свою прокачать по здоровью? Нет, все-таки здесь нужен урон. Нужна мощность. Давай, ну, может быть, нет, не успел. Совсем чуть-чуть не успели мы с вами пройти эту волну. Но, тем не менее. Так, а смотри-ка, мы получили с тобой ресурс определенный. Так, что я хотел? Я хотел выйти в базу. Так, 14 секунд, давай подождем. Сыграем с тобой на ставках. Может быть, выиграем что-нибудь. 10 камней, одна тучка. 4, 3, 2, 1.
Давай посмотрим. Не дай бог опять обманет, а? Так, тут 31%, тут 41%. Тут 120 монет. Это я должен заплатить, что ли? Нет, это я получу, если выиграем. Ну, ну. Давай, давай, родной, ну. Слушай, вот это хорошо. Вот это было сейчас замечательно. 275 монеточек у нас с тобой есть. Так, блин, я не знаю, этот герой что-то как-то не особо мне устраивает. Так, апгрейдим, да? Тут у нас крит, тут повар. Два камня нужно. И 180 монет. 180 монет у нас нету. Критовку, что ли? Или перезарядку? Ага, перезарядка. 163. Да что же вот это-то моргает? Мультишот. Так, улучшите мультишот второго уровня. И улучшите обилку до третьего. А мультишот где у нас? Где у нас мультишот? Вот скажи-ка мне. Да подожди ты, это все не то. Атрибут нормал. Да, конечно, атрибут нормал, ё-моё. Все бабки слил, господи. И даже забыл подлечить свою базу. Все, слил полностью все свои финансы. До копеечки. Слушай, ну я ведь прокачиваю, ведь должен быть какой-то результат, согласись. А я все на месте топчусь, как будто никакого улучшения абсолютно здесь не происходит. О, спасибо за починку, это вторая, да? Вторая починка, ну уже хоть что-то. Давай, 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 вжариваем, на-ка вам всем тут. Так, пролетели. Можно, конечно, починиться маленечко. Ну-ка. О, и еще одна починка. Вот это уже хорошо. Три починки у нас с тобой есть. Ну, лучше, конечно, идти сюда с полным составом, да, с полным здоровьем. Чтобы починки эти просто так не тратить. Они не восстанавливают не фул хп. Так вот. Так, секира, секира, ну. Долго ее там ждать. Она, я так понимаю, первого уровня. Ага, первого уровня. Они заканчиваются у нас, вот что я тебе скажу. Видишь, по нолям, все. То есть теперь у меня их нету почему-то. А появляются они, видимо, когда мы с тобой спасаем чудика, да? Помнишь, которого я думал, что мы захватываем в плен? Мы, когда его забираем, у нас с тобой открывается заклинание. Я могу... Нет, смотри-ка, со временем само появилось. Тогда я не знаю, ребята, от чего это все зависит. Даже никаких нету гипотез у меня по поводу этого всего дела. Ну, крит, смотри-ка, намного чаще стал выпадать, ты заметил, да? Сейчас меня бомбанут. Ту-дуф, взорвалась моя база. К ядрени фени. Просто в хлам. Просто в хлам ее запинали. Так, ну что, починимся. Все, починились полностью. Пушка. А, слушай, я эту пушку-то не могу дальше прокачать. То есть здесь нужен вот кристалл. Зашибись, а где я тебе достану этот кристалл? Вот объясни мне. Ведь нигде его нельзя, да, получить. Ну, в данный момент, может быть, конечно, где-то на рыбалке. Фиг знает там с каким шансом, с каким процентом. Ну что, поехали? Попробуем. Блин, это я встрял вот на каком там, ну, почти на предпоследнем. Ах, что я жду-то? Ай-яй-яй-яй, вот это я лопухнулся сейчас. Автобой забыл влепить. Ну и сейчас наполучает тут, навтыкает мне. Хотя мы сейчас рванем с тобой копыта. Упс, мочканули всех. Вот. Что же ты даешь, а, парень? В чем суть твоя? Что мы тебя вот спасаем? Еще один.
Так, мы посмотрим, сколько подшивка сейчас вот где-то половина будет у нас. Я хочу просто посмотреть, сколько она именно залечивает нам здоровье. Мне просто очень интересно это знать. И почаще будут срабатывать вот эти вот замедляшки, там, отравляшки, да, заморозки, стан. Ну-ка. Слушай, ну не так уж и много восстанавливает на самом деле нам здоровье. Я думал, будет больше. Оно где-то, ну, около 50 хп. Грубо говоря, да? Поехали. Поджариваем. Так, ну еще две починки есть. Я не знаю, стоит ли их тратить. Прошли. Давай, 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 давай. Всех кромсаем. 150 монет уже заработали. Секира полетела. Отлично. Так, это у нас половина, да? Пройдена только лишь. Только лишь половина. Раздавили. Слушай, наверное, все-таки будем с тобой тратить восстанавливалку. Не хотел, но видишь. Вроде бы неплохо с тобой идем здесь. Блин, вот только сказал неплохо, и на тебе. Началось, короче, смотри. Этих летунов целая куча. Они облепили просто. Вау. По времени с тобой справились, да? Ну давай, давай, тут остался, ну совсем рукой подать, а? Смотри. Пушка, ну помогает, ну бомбит и хорошенько. Ну господи, ну, ну что тебе стоит-то маленечко-то поднапречься? Есть. Так, и последняя волна, ребята, у нас с тобой есть одна починка, да? А почему тут, а тут время не идет? А почему не идет время? Да ладно, блин. Давай выпустим с тобой эту ракету. Да блин, ну они же сейчас мне уничтожат базу мне. Твою же налево. А почему время не шло? Я не могу понять. Время не шло и все здесь. Трындец, я по-моему не пройду, ребята, этот уровень. Это просто жесть какая-то. Это нереально. Понимаешь, это нереально и пройти. Прокачать. Ну, давай, я уже не знаю. Ребят, ну, 7-й уровень. Куда еще круче-то? Ретри. Повторить, типа, да? Ну, я-то тут все починки, извини меня, уже потратил. Толку-то, да? Без них тут драться. Ясен перец, я не пройду. Ладно, это будет последний у нас с тобой бой здесь на сегодня. Пилич. Это нужно заниматься рыбалкой. Сидеть и рыбачить. И зарабатывать голду. Прокачивать по фулочке все, что можно на данный момент. И после этого только идти дальше. Потому что если мы здесь с тобой не можем пройти, ну, делай выводы, что будет происходить на боссе. Трэш чистой воды. Что же он делает, а? Не пойму я. О, починку, а починку... Вот она, я же думал, мы ее пропустили. Ну хотя бы вот так вот, если даже проходить не один раз, да, эти уровни, можно немножко, наверное, накопить на починку, там, на крит-атаку. Ну и на все остальное. Несмотря даже на то, что нас здесь будут потихоньку разбирать. Давай, поехали. Эти мухи еще стреляются издалека, ты понял? Так, давай-ка мы, наверное, с тобой секиру, да, сейчас применим. Тыч. Так, полетел. Блин, если бы я знал, я бы не тратил. Если бы я знал. Как вот это вот. Видишь, у него тут еще какие-то снаряды будут потом. Дальше, видишь, оба, он перезарядку делает. И волна пошла, поехала. Давай, вылетай. Даванули. Подождем. Ну, неплохо, 125 монет заработали. Я даже скажу, это отлично. Ну, починку, я думаю, не будем тратить, да? Ну, нет смысла, ребят, я все равно не пройду. Тем более на последней волне почему-то у нас не идет вот эта вот полоска. Там, видимо, нужно, как говорится, до последнего. До последнего вдоха драться. Смотри-ка. Слушай, все-таки есть толк от прокачки. Видишь, уже докуда доходим. Причем я ничего не тратил. Ни ремонтную базу, да? Ну, использовал только лишь заклинание. Фух,
Да. Апгрейд. Чего тут апгрейдить еще, а? Вот скажи-ка мне. Стрелы, стрелы. Ну да, стрелы, это, конечно, хорошо все. Крит, ну крит. Ну да, в принципе, крит тоже нужно потихонечку прокачивать. Без крита, как говорится. И вот это вот, reload time. То есть reload, когда мы с тобой прокачиваем, у нас начинается вот это вот быстрее идти волна обстрела. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте будем закругляться. Вы уж пишите в комментариях, как вам эта игра. Я все-таки хочу посмотреть, что это за здание такое, что оно нам будет давать. Я думаю, вам тоже интересно. И, конечно же, тут следующие будут. Может быть, они прокачиваются. В общем, все это нужно смотреть и разбираться. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.